Я думала, уже все успокоилось. Шесть двадцать утра. Такие взрывы были, боже мой. Ох. А я еще так чуть окошко приоткрыла, как на проветривание, как оно бабахнуло. Потом еще, потом вдалеке. Я думала, уже затихло. Сейчас сколько? Сейчас 8 утра, начало 9. И опять сирена. Хотя там писали, что уже все, отбой. Все успокоилось. Да нет, не успокоилось. На улице дождь. Ну, температура. Сколько там? Ну, вот плюс 5. Ну, дождь. Такое все в тумане. Так что да, сегодня сна не было. Уже после 6 часов уже было не до сна. Как серо город выглядит, да? В такую погоду. Такое все черно-белое, можно сказать. Никаких красок нет. Стоят эти две, как шишки. Летом, наверное, здесь будет очень красиво, будет вот эти лампочки гореть. Но сейчас, конечно, вот так вот скучно и грустно. Вообще ни на что настроения нет. Я думаю, вы меня понимаете. Уставшая иду. Если б можно было, знаете, как волшебная палочка или ковер-самолет. Ну, так раз, я дома на диване. Ой, ну хорошо, хоть в маршрутке место было. Но я на одну не захотела садиться, она была, ну, переполненная. Думаю, подожду следующее. Следующая подошла. Я как раз там почти в начале села. Иду, там печенюшку в рот положила, хоть что-то пожевать, а целый день ничего не ела. Мне, если честно, и не хочется. Ну, как-то аппетита нет от усталости. Встретила сегодня бывшую коллегу. Ну, мы так утром бегом на бегу, на бегу. Вот. А в это время как раз я звонила еще одной своей коллеге с днем рождения. И вот это мы остановились, я трубку передала, говорю: на, Лена, говорю, поздравляй Любовь Филипповну, говорю, с днем рождения. Так что мы вот так в телефонном режиме с одной пообщались, с другой так пообщались, тоже 5 минут буквально разбежались. Она говорит: надо созвониться. Да надо, да, 20 лет вместе проработали. Она говорит: там все некогда. Да я понимаю, мне точно так же. То одно, то второе, то пятое, то десятое, чтобы встретиться, это надо все отложить и целый день. Алабала. Иду еле-еле. А так хочется уже на диване оказаться. Иду еле-еле, потому что, ну, не могу быстрее. Просто не могу. Так вот скорость, как у черепахи. Вот это я сейчас вечером только в таком положении. Пришла. Хорошо, что в холодильнике есть все наготовленное. Там суп еще был горячий. Ну, суп холодный был, я нагрела. Поела супчику. Вот. Ну, то ж, зашла по дороге в магазин, да купила хоть пару бананов. Думаю, это что-то такое еще вроде как закусить. И все, на сегодня я уже никакая.
Я давно к вам не обращалась. С какой просьбой? Ну, чтобы вы поддерживали мой канал. Ну, вот кто меня смотрит, пусть даже кто редко заходит, кто там иногда, там, когда-никогда, там, ну, не обязательно каждый день. Хотя, конечно, если кому интересно, можно каждый день. Вот я, например, у меня есть любимый блогер, то я ее смотрю каждый день, там, ну, девушку, женщину. То я ее каждый день смотрю. Ну, а это ж так, кому как. Значит, что, желательно видео досматривать до конца. В конце нажимать вот там, где пальчик вверх, на пальчик нажимать. Ну, конечно, было бы вообще хорошо, если бы комментарии писали. Молодец, Мариночка. Умничка. А еще, конечно, хорошо было бы, чтобы мой канал, хотя бы хоть где-то маленькая рекламка была. Вот вы, допустим, смотрите, каких-нибудь других блогеров. Ну, я же уверена, ну, не только ж меня одну, понятное. Вон, YouTube какой громадный. Ну, вот возьмите там под тем видео в комментарии напишите. А я смотрю прекрасную девушку Марина про жизнь. Зайдите, посмотрите. У нее спокойно, тепло, уютно, ну или что-то в таком роде, это я так. Глядишь на эти люди из того канала, скажу, да, а что? Вот я, например, точно так же и к другим заходила, вот так вот, если где-то прочитаю, кто-то говорит, ой, а зайдите там кого-то, посмотрите, довольно неплохой канал. Я бывала вот так вот переходила, а что? Что ж у меня канал почти на месте стоит, ребята. Я вот не могу сама, знаете, так вот идти на улице, где-то снимать к людям, подходить и говорить. Подписывайтесь на меня, я блогер. Я так не представляю, чтобы у меня вот так вот наглости хватило к людям подойти, вот так сказать. Может, это и правильно, но... Ой, мальчики, девочки, вы меня извините, я сегодня очень уставшая. Давайте уже завтра встретимся. Завтра что-нибудь. Завтра у меня жизнь будет, а сегодня так. Я сегодня буду отдыхать. Всем здоровья, всем добра. Ой, то, что сегодня утром было. Господи, хоть бы не повторилось сегодня ночью. Слушайте, кошмар. Как вспомнила, как я утром аж подскочила на диване. Это был кошмар. Хоть бы сегодня ночью все было тихо, спокойно. Всем мира, всем добра. Пока-пока-пока.